Всем привет! Очередной поход в Ирарту. Вот он обернул для меня тем, что я нашел интересного художника Владлена Васильевича Гаврильчика. И, как сказал мой знакомый, но не все же про Микеланджело с Рафаэлем рассказывай. Действительно так. Так вот, Владлен Васильевич Гаврильчик — один из наиболее ярких представителей первого поколения ленинградского андеграунда. Родился в семье военного пограничника, поступил в Ташкентское училище, затем в Ленинградское пограничное военно-морское училище, получил диплом вахтенного офицера, звание лейтенанта, служил на кораблях Тихоокеанского пограничного флота. После этого уволился и стал работать в КБ по навигационным приборам. Совершенно неожиданно взялся за кисть, стал художником-любителем. Ему это очень понравилось. Сначала он работал непрофессионально, так как денег было мало, он перебрал многие работы. Был и шкипером баржи, и проводником почтового вагона, телеграфистом, сторожем, кочегаром. Знакомиться с учеником Филонова, Цибасовым, который показал, что может быть современным художником и одновременно реалист. Так вот, как написано в Википедии, художник и поэт Гаврильчик своим искусством и стилем жизни воплощал неидеологизированное начало той культуры, которая сформировалась в Ленинграде. Примерно все о творчестве. Ну а теперь, ко всему прочему, он писал такие маленькие наброски и стихи, я хотел бы их почитать вам. Ну вот некоторые выдержки из книги, которая называется «Бляха-муха. Изделие духа». Хочется сказать, что, возможно, некоторым покажутся эти стихотворения несколько вульгарными и простыми. Но, может, как раз в этом что-то и есть. Ведь по существу очень многие так думают, просто не могут сформулировать, красиво написать. Так оно и есть. Вот я просто хочу всех предупредить. Вот. Если есть такое смятение, подозрение, то лучше не слушать. Но я читаю то, что вижу. Чукча не писатель, как говорится, а чукча читатель. Вот. Поэтому я вот хочу вам предложить эти стихотворения. Так, первое. Была зима, шумела ель. Эх, мау Пушкина дуэль. Он пистолеты заряжать и думаль Дантиса стрелять. Но Дантис целится зергут, бах-бах, и Пушкину капут. Увы и ах, погибла Барт и знаменитый Бакенбард. Конечно, очень примитивное стихотворение, но вот эти четыре строчки описывают, собственно говоря, дуэль. Бах-бах, и вот те и все. Следующее стихотворение. Я прибыл к тебе на предмет поцелуя, в хорошем костюме, с цветами в кульке. Тебя я нашел исключительно злую, с какой-то бумажкой, зажатой в руке. Ты грозно вращала большими глазами, была ты вся бледная, словно яйцо. И бюст, орошая свой пышный слезами, бумажку пихала мне прямо в лицо. Такая история. Хотя неизвестно, что за бумажку она пихала в лицо. А вот знаменитые спецстихи. Погасли звезды, утреннее небо сиренево приобретало цвет. Торжественно всходило Ленгор солнце, приятно разливая Ленгор свет. Защебетали нежно птички, глаз раздавался электрички. Имело быть изящных туч парение. На улицах возникло оживление трудящихся, спешащих на заводы, трудящихся, стремящихся везде прославить свою родину в труде и уберечь от всяческих невзгод. И я сижу в трамвае, увлеченный порывом трудового вихря, хороший и ни в чем не увлеченный, читая книжку про майора Вихря. Прекрасное стихотворение. Да, помню, был такой шикарный фильм военный. Назывался он «Майор Вихрь». Засматривались. Помню, хороший фильм. Еще одно стихотворение. Шкандыбаю мимо окон, на свидание у него над макушкой вьется локон, представитель главы. В ожидании свидания сердце радостно трясется, с приближением Невы над макушкой локон вьется, представитель главы. Здрасте, нежно я скажу, колоссально погляжу, и с любовью я и вы погуляем вдоль Невы. Прекрасно. Вдоль по улицам гуляют наши родины сыны, а в небе звезды заседают предстательством луны. В темном космосе летают лишь комиссии планет. В небо я смотрю и знаю, что в пространстве Бога нет. Все в душе моей Ферштейн, Бога нет и есть Эйнштейн. Я на этой точке зрения, и в душе моей вполне назреваю вдохновение. Зреет тезис о луне. А вот интересно. Славен город Замудонск, что на речке на моче. Реют флаги Замудонска на пожарной калаче. Там живут не англичане, там живут замуданчане. Не татары, не чухонцы, а простые замудонцы. Там сияет штукатуркою
родильный комбинат, где во славу Замудонска забудонщиков родят. Славен город Замудонск. Ширится его движение, забильное всегда забудонцев размножение. Обалдеть, да? Ну вот и все, что я хотел вам рассказать о таком интересном человеке, наверное, все-таки. Владлен Васильевич Гаврильчики, как сказал мой знакомый. Не все, что я рассказывать о Микеланджело, Родынах и Лермонтовых. Вот, собственно говоря, и все. Показал вам несколько картин, которые я увидел в Ирарте. Все, пока, всем привет, до свидания.